Вот, давай двигаться. То есть, тут мне нажми. На первый сюда. Да, да, здесь сделаем. Пехотку, наверное, тоже да, спасибо. Грузим. Давайте, да, вообще осмотримся, это уже выйдем, смотрю, куда мы приехали. Где мы есть-то? Сейчас по карте покажу. Да, у нас. Ага, я думал, мы были где-то там поедем. Так, ну давайте выбирать. Мы пешком идем или на машинке? Или машинка поддержит нас? Блин, я думаю, что хотя бы одного человека, даже меня того же можно будет поставить. Ребят, вы на метке право, да? Да. Можете отправить мне бардак, помочь мой перевернуть? Метку поставил. Бисмут, Бисмут, а может спросите, какого хрена ты уже уехал? Так у нас два человека. Ребят, вы можете продвинуться. Четыре. Я пойду выручу, товарищ. Крем нажми. Шум, а что ты? Наблюдатель. Вижу наблюдателя, наблюдателя. Я тебе 5 бегал, я пробежал это. Правый, правая постройка многоэтажная. С хренью изгибающейся на крыше, но там наблюдатель на лестнице бегал. Я только, блин, открыл глаза, а ты сразу садишься и уезжаешь. Я пойду помогу товарищам нашим стратушам. Давай. Все, в этом сожги раз. Перевернувшись, БВД в небо. Сейчас, сейчас обновлю. Мы пока ждем тогда возврата нашего. Сейчас, не точно. У нас кошка есть какая-то? Точно поставил. Есть одноразовый. Хорошо, если сюда бардак в бетер становится. Так бетер сожгли уже. Вон крышка. А, отлично. Ну, снайпер в нашу сторону, если что, ты... Так, стоит аккорд, корд на лестнице этой правой штуки стоит. Вы видите пролет предпоследний, самый верхний? К нам обращенный, самый ближний, на правой постройке многоэтажной. Вот на ней, вот на лестнице прям стоит. Да, на четвертом этаже на пролете сидит человек за крадом. Снайпер можешь отрубить? Нет? Снайпер? Ты с нами? Справа побежал там возле этого, возле зоны уже. Забежал уже, за КПП забежал. Снайпер с нами? На связи, да? Пока без этого, без пушки нашего бардака туда близ смысла нет. Сейчас корт начнет долбить по нам. А мы в голом поле. Я надеюсь, из наших никто не полез туда вперед. Нет пока. Ну, где будет всех ложаться, мы тут. Жесть, я говорю, РПГшника есть, я сам РПГшник седьмой. Есть, он перекувыркнулся, бардак, давай еще. Все, все, все. Ребят, помогайте, нам долго. Стрелок с крыльями немного денег. Че? Стрелок на корде немного сдвинулся западнее. Да понятно. А, понял. Так, стрелок с корда слез, спускается вниз. Корд остался на месте. Снайпер, убейте. А это не время прорашить? Он снайпер бьет. Я вот подумал, снайпер где-то еще, да, действительно убил. Его отсюда не видно вообще. То есть стекляшка сидит? Шульман, с обратной лучше толкать. Ага.
А ты на 1.5 километра бегашка бьет? Нет, снаряд на 700 метров взрывается. Шульман, дай попробуй сам толкнуть его. А у вас троса нет? Ну, блин, не знаю этого. Троса нету, бардак как посмотрел. Вижу снайпера, на крыше, он на крыше, да-да-да. Короче, постройка с крыши, такая большой ангар, на нем. Ближе к правой постройке. Он прям ногой стоит сверху. Да, с правой стороны, возле труб трех. Да-да-да-да. Зеленый, с зелеными окантовкой. Если бы здесь был бы снайпер, можно было... Угу. Он лезет выше, выше лезет, зараза. И выше, и выше. Не, походу не перевернем, а так. Если так его так ко мне и дотянуть. Попробуй так стрелять. Ну давай попробуем. Давай потерял тебе контакт. Стоит, посмотри. Там два человека у Корда. У Корда нет никого. Корд сейчас давит. Корд. Вот-вот, у Корда там чуть ниже блин, стоит. И вижу. А, вижу. За колонной. Да-да-да. У меня на пределе дальности. Да, точно, там за колонной стоит зараза. А вот снайпер куда-то? Одна писнула последний раз, хватит уже. А то мы не успеваем. Ага. Я после этого не двигаю. Спасибо, ранил. Блять, ты меня когда тол... А мы же дагестанская? Да, мы, да, видимо. Просто вижу в поле, слева от нашей позиции, в зеленке с каменной гриной нашего кого-то. Нам вообще удобно сейчас будет с этих позиций наступать? Что быстро? Удобно будет наступать с этих позиций? Ну, если как корт падает, да, вполне. Все. А где корт? Паровая многоэтажная постройка. Второй этаж сверху. Две многоэтажные. Лесенки. Ага. Ну, от нашей позиции. Понял. Сейчас левую просто. Шимон, я в принципе, если дерево проедем, я могу уже отрабатывать. Правее. Ага, стоп. Начал бегать, чего. Так, а второй этаж не видно с этой позиции.
Он что-то засуетился, он что-то чувствует. Бардак. Кажется, он есть вроде. Без вот ты не видишь уже. Я не вижу отсюда заграждан. На второй? Сверху второй, сверху. А, второй. Сверху второй. Там человечек спустился, но он может быть. Что-то я не долетаю, по-моему. Да. Не парень, я так лачу. Может, мы замедленно подуем за... Ну, вы сближаетесь, а мы теперь подкрываемся по зерам. Вижу нашего лежащего в поле. Кто там не выдержит? Че, атаковать или нет? Идем, идем. Атакуем, атакуем, атакуем. Держите землю. Сейчас только нашего проверю, но... Это наш снайпер, кстати. Во втором сверху до сих пор стоит КПВД. Медленно. Стой, стой, стой. Так, сделал винтовку, сейчас посмотрю. У меня пау лучше утекает. Спустился вниз, третий этаж сверху. Там будет за этими бочками заданными голосами. Стреливайте справа, слева от вас, дом со стеклянным. Так, это самое, БРТМ на 250 в камнях лежит на нас, смотрит, меня чуть не подстрелил. А тебе, скорее всего, не будет видно. Сейчас я сяду за управление и чуть-чуть откачусь, 250-255. Блин, хреново, я по полю бегу. Я вижу, там стоит то ли кор, то ли что, или это баги отображения, понять не могу. Так. Слушай, не знаю. Обратка идет, обратка идет. Кор поработал. Бардак, бардак. Ты продолжай смотреть этого пехотинца. В нашу сторону смотрим. Где-то 250. Очень внимательно. Не ближайшие камни, а следующие камни. Там кор работает, БРДМ, там кор работает. Не-не, все нормально, все нормально. Да нормально, нормально. Ладно. Давай. В смысле, мы скатились сейчас? Да мы знаем. Откуда корт работал еще раз? Так, ну это самое, огнеметчик с запада же около нот. Ты как-то капитан. Спрячься хоть денег, сейчас я пока не помогу. Это ты мне? А да-да-да. Он ну, лежал на штурм. Кстати, Паша, а что, корт принесли? Они, по-моему, перетащили его. Его нет на прошлой позиции. Это... Все понятно. Он работал снизу. О, человечек, башка. На. А, не, слышь, корт там же, корт там же. Пехотинец там же бегает. Да. Ну, паник. Блин, ну не показалось же. Нет, не показалось. Да. Макдок, походу, своего привалил. Алекс. Да. Тебя Макдок убил. Меня Макдок убил? Ага. Свой? Да. Отлично. А я там почти подошел к этим.
Да, у вас такая слаженная была эта работа, казалось. Он сейчас еще одного своего, походу. Блядь, нет. Ну, так-то он тут уже покрошил немножко. Оборону пинокли были? Сверых или троих он уже уложил. Так он бардак жёг. Сейчас цара ёбнет. Кто вот стреляет с этой фигни? С непонятным звуком. Это же Шульман. Это этот, как его, Мосинка. Да, это Кар. Настройся. Ка. А царю недолго жить осталось. Либо враг, либо свои. А меня-то кто убил, я не понял, с чего вообще. А, тебя сбоку убили. Тебя с Мосинкой. С 9 часов, походу. А кто это был? РБ. Алекс вроде. О, он был, нет? Да. Да, его медок. А, понятно. Потом блин, медок красава, сегодня. Если дошел до них, там на трубах. А он не понимает, что ли, что там враг, нет? Но он, видать, уже это замыл. Своих валят. Всех в округе, короче. Не, он там хорошо накрывал. Правильно позиция. Усталость. Ну дох, собак. Вовремя стамина подвела. Мэддог вообще сейчас прям все карты в руки. Подходи да выноси. Он нормальный, он другой сектор. А заводит что-нибудь? Я-то пойду уже. А может еще что-то сыграть. До свидания, господа. Давай. Давай, РБГ-ху, блин. За Мэддога, что ли, болеешь? Я за всех болею. А, отлично, я сдох. Упал. У меня, короче, чувак, который со мной сидел, просто поймать не мог. Я, кстати, тоже сидел на доме, сидел, да, с городом? Да, на дышке сидел. А, это мы тебя, значит, видели там, как бешеный носился. Не, это может быть еще он носился, на стандуле сидел. Неужели не видит на доме? Да ну пацаны. Не, видать, не видно. Волшебный поближе, бис. Поближе, наверное, хочет подойти. Оттуда бардак, короче, вообще не видно. Там чисто такая маленькая щель между трубами, и в нее стреляешь. Что не факт. Потому что этот тип вообще бардак завалит. Ладно. Если он промахнется, курить начну. Ты не промахнется. Сейчас двоих прикинь сразу. Ох, вообще блядь, красиво. Я же мимо должен был проходить в этот момент. Подловил сразу. Красавец. Да. Мы последние надежды были, что ли? Да. Как же мы долго действовали, ё-моё. Ага. А Виксел же живой, зачем?